Всем привет. Всем привет. Сейчас. 30 хп только. Ну да. Тибаха. Да, привет. Спасибо за подписку. Сейчас, погодите, еще как-то из трубы какое-то слышно, мне кажется. Скажи еще что-нибудь. Я приветствую тебя. Все. Наладилось, да. Микрофон. Привет. Короче, тут, блин, все это купили, сейчас вообще, вон, блин, за защиту. Я понял тебя, но я больше не буду со щитом играть. Мне щит тоже не понравился, щит нужен обязательно, какая-то поддержка еще должна быть. Так, ребят, чуть попозже сегодня РГГ начнется, в общем. Да, прикольно. Да. Ну, вообще, наверное, не начнется, а? Не начнется? Ну, а ты тут будешь? 17 часов, вот это самое? Ну да, но, видимо, завтра. Что-то я проснулся, сегодня голова так болит. Не под это настроение. Так, я пригласил вас. Сейчас я еще не запустил. Короче, сейчас пока в Rainbow Six поиграем, парни. Так. Пригласил вас обоих. Что, пока... Там Факер еще вроде хотел, не знаю, что. Факер сказал, до 8 работает. А есть еще кто, не? Да, чтоб человек 5, еще будет. Ну я тогда Велогеймс напишу, может он там очухается. Вова Ниной, спасибо за подписку, братишка. А также Зисис Плеер. Ну, у меня как всегда в начале стрима. Сейчас много будет подписок, так что... Ну, немного, но может быть это последнее, во всяком случае. Всегда так бывает. Спасибо всем, кто подписывается. Если что, зрителей приглашаю, правда, мне ошибку какую-то дает иногда. Привет всем в чате, привет, Зирк, там еще кто-то знакомый, я вижу. Знакомые лица. Так. Ладно. Rainbow Six. В общем, так я не родился этим саутбоксом, ничего качественного. Будем сегодня так сидеть, сейчас я только игру. А что такое саутбокс? Ну, это подсветка, я ее сзади поставил, но пока не Это очень. Специально для гринскрина? Да, специально для гринскрина. Он же должен равномерно цветным быть. Я знаю, я все думал, это как-то сам человек должен устроить. Это есть специальная, да, такая штука? Угу. Мы вчера, кстати, еще в пятером этот играли, а Ашван Зетван тоже довольно забавно. Не хотят. Ашван Зетван. А нормально, в принципе, выглядит. Сойдет. Я, правда, не выспавшийся, пипец. Да, нормально, сейчас тут возьмем. Я купил класс, который гранаты взрывает. Теперь я просто в комнате сижу и... В комнате сижу и просто никто не может ворваться. То есть... Я написал Велогеймсу, парни. Можете не спамить. Лучше скажите кекс потише, погромче там. Чтобы это. Так, ну я могу человека докинуть. Да, докидывай сколько угодно, человек. Мне там инвайт уже скинул. Еще раз надо закинуть мне. Еще раз сейчас закину. А, так, если ошибка будет, тебе придется приглашать. Не, он типа РГГ пошел играть, как бич. Кто РГ вообще? Вообще дебилы. Ну я завтра, ничего страшного. Я посмотрю, как ты проходишь. Мне-то Поляков, кстати. Я буду, когда нагибаться, буду проваливаться в этот мир, поэтому... Я чат плохо вижу из-за близорукости. Звук норм. Нормально всех. Так, ну кекс норм, значит, но кто-то говорит на полтона. Ладно, ребят, сейчас я стрим перезапущу тогда. На полтона пониже только. Ты инвайт-то получил в игре? Нет, пока еще. Еще раз скину сейчас. Может, у меня глюк какой-то? Что-то у меня Uplay не открылся, поэтому, видимо, надо Uplay запустить сначала. Почему все пишут, что я ЛС в этой игре тоже? В смысле тоже? Я вообще-то Вовни там троих убил. Так. Мне накидали, блин. Друзья, тут заект. У меня вообще офлайн в этом. В Uplay. Такие вот пироги. Так, я подключу. Тебе Анкос 91. Спасибо за подписку.
Спасибо. Тебе надо запустить Uplay, по-моему. Либо давай я инвайт. Ну, ты офлайн, короче, можешь на мой стрим зайти. Я офлайн? Да. Ну, давай перезайду. Мы с Настей в пати просто сидим. Ну, я не знаю. Так, у меня факер и Велогеймс онлайн, значит, у меня все работает. Мне кажется, у тебя Uplay... Ну, ты не игру перезапускай. Uplay у тебя открыт, и ты в нем онлайн. Запускаю Uplay. Ну да, у меня, блин, из чата 50 человек. Подсветку нет, не ставил подсветку. Просто обычный фонарь. Блин, что это за дерьмо? Морс, клюквенный теремок. Спасибо, ребят. Как брага какая-то. Сколько он стоит. Срок годности вроде 60 суток, но судя по тому, что он стоял под монитором дней 10. Ой. Блин. Аж дерёт всего. Ну ладно, жнём кексы. Собирай ты пати, кейк плай на людей не может зайти. Я не могу собрать пати, например, с ним, потому что он офлайн. Так, я зашел. Он по-прежнему офлайн. Приглашаю тебя. Нет, это не поможет. У тебя офлайн и плей почему-то. Не знаю. У тебя, Настя, приглашение пришло? Смотрю. Да. Он, блин, не знаю. А ты перезапускал Uplay? Да. Сейчас еще раз перезапущу. Походу, у этой игры на самом деле проблемы не с тем, что это бетка там, и она недоработана. Uplay это тоже там не самая лучшая платформа, я так понимаю. Да, это вообще говно, естественно. Я вообще не знаю, зачем все это существует в этом мире. Достаточно было бы Steam'а и все. Сейчас, ребят, помучаюсь немного. Давай. Так, а я что-то купить хотел. За кого я чаще играю? А вот за этого, наверное. Я понял, что это только у меня. Ну, зачем мне писать, что... Так, Санчеса опять разбанили. В Банову отправьте срочно. Он что, идиот? Мне все равно в сети кекс у кого-то или нет. Понятно, что это у меня проблема. Так. Если тебе можно попробовать Настю добавить, если она все заработал, перезапустить. Прикольно, кстати, статистику можно посмотреть. Ну-ка, за это у меня... Вот за это у меня статистика просто говно будет. А где ты смотришь ее? А когда нажимаешь на оператора, вот где покупаешь их, и там можно поставить, посмотреть детали и статистику. Read before playing. A very small percentage on individuals may experience epileptic seizures. О боже, надеюсь, со мной ничего такого не случится, парни. Блин, как же спать охота? Все-таки 12-часовой стрим еще и с FIFA, это не самая лучшая идея, чат. Никогда таким не занимайтесь. Будете сидеть, как я, охеревать. Да еще я проснулся из-за кота, потому что тот мне на голову прыгнул в 5 часов вечера. Даже душ не помог. Мне интересно, зачем тут в статистике аж 6 нулей после точки? Они думают, что настолько точное соотношение kill-death нужно игрокам. 6. А у меня есть статистика? Смотрится вот странно. Я, ну, например, да, открыл своего оператора, и где посмотреть? Вот нажимаешь на него, и там details and statistics. Оу-е. КД 28. Ты представляешь вообще? На ком это? На щитонос? Да. У меня тоже большой, мне что-то странно на самом деле за это. За термита 24. Так. Ну, я сегодня новый буду ладаут пробовать, так что не факт, что все будет так же великолепно. А вот здесь что-то 0,8 всего. Тут вообще КД равно киллам, я не знаю почему. 6 нулями только. Так, закидывай меня теперь. Я пригласил. Еще раз сейчас, на всякий случай. Нет, не надо уже, все, я принял. Да, парни.
сори, что когда я разворачиваю, сворачиваю эту игру, все постоянно ребит и мерцает. Так сделано. Так, ну нам нужен еще один. Да, было бы неплохо. Скайнт есть. А почему один, а не два? Ну, вроде один сейчас еще примет. Ну, Санчес, как всегда, онлайн, но ты сам знаешь. Ну, я, да, у меня не получается приглашать почему-то. Я не знаю, ну, это явно не мой косяк. Конкретно мой. Uplay что-то говнит. Надо еще этого Морсика навернуть. Какого он вообще числа где? Хотя нет, он... Какой сегодня? 29. Да, ему всего 21 день. Всего 21 день Морсик лежит у меня дома из теремка. Ой. Но напоминает он больше какой-то портвишок такой. Мерзкий. Как вы, чат? Как вы? Не люблю вас. Ты выключил микрофон опять? Я нет. Нет. Блин, как-то сижу на фоне этой игры и прям неловко мне это. А ты можешь в сквад приглашать там Санчеса? Он у тебя в друзьях или кто? Так, ладно, я, короче, всех приглашаю. Кто согласится, тот согласится. Не, а, да, могу. Инвайт кинул. Но тут действительно впятером поинтереснее. Я, короче, в этот раз буду врываться с автоматами. Мне надоело. Мистейкс какой-то зашел. Он допускает мистейки? Да, бывает. Ну, неплохо вроде. Кипяточку добавить. У меня, кстати, воды вообще нет, а выбраться отсюда я не могу. Я теперь выйти из своей комнаты не могу. Это все, что мне осталось. Вот эта вода, это все, что у меня есть на сегодняшний стрим, а женщина придет только в 9 вечера. Выйти я отсюда не могу, потому что у меня маленькая комната, и сзади все закрыто гринскрином. Поэтому я и пью дерьмо всякое. Моя медвежья диета. А, нет. My beer died. Мой мертвый медведь. Мой медведь умер. Спасибо, спасибо. Надеюсь, твой медведь все-таки выкарабкается. Надеюсь, это преждевременный диагноз. Так, у вас пошел поиск игры? Да. Да, пошел, Кекс, пошел. Он ищет игру. Все, моментально. Ищет, ищет игру. Привет, Настя. А? Привет, говорю. Привет. Я с тобой не поздоровался. Как дела? Нормально. Прям вообще нормально или так? Прям вообще нормально. Правда, с игрой чуть не разобралась. Да ладно. Илья тоже. Ну, как обычно. Что значит Илья тоже? Илья великолепен. Да, всего 20. Я сейчас буду говнить всех, кто плохо играет. Мы на этой карте, блин, вчера весь день играли, короче. Вот нам просто она рандомилась и рандомилась. То есть вы вчера играли, а она до сих пор не разобралась? Не, Настя не играла вчера. А, хорошо, хорошо. А ты что играл, если не стримил? Просто играл. Ну, как стример, может... Ну, я не знаю. Это так. Вот... Давайте наверху, короче. У меня тут... у меня приспособление, ну, граната уничтожает. Я его перед окном... Здорово, парни! Здорово, парни! Извини. Да давай. Так. Давай еще раз. Давай еще раз, Кекс. Здорово. Как замьютить тебя? Давай еще раз. Пока не разберусь, как тебя замьютить, я не буду. Кекс, ты будешь рассказывать свой план еще раз? Да. Я сижу в комнате.